Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» — программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о солнечной дороге и секретных камерах. Вот до чего дошел прогресс, уму непостижимо. Умные автомобили, умные светофоры. Электричество мы вырабатываем не только на атомных станциях, но и с помощью солнечных батарей. Кстати, о батареях. В Нормандии, рядом с городом Турувр, появился участок крайне необычной дороги. Она изготовлена из солнечных батарей. Смысл такой затеи простой и очевидный. Как известно, для установки этих источников энергии нужно очень много места, зачастую целые поля. Зачем использовать сельхозугодья не по назначению, когда там лучше посадить корнеплоды? А дорога стоит себе просто так, без дела. Вот и решили французские власти, что она должна приносить еще больше пользы. Говорят, что участок дороги способен обеспечить электричеством 5000 жителей, хоть и стоит 5 миллионов евро. А что же у нас? У нас дороги обещают делать из пластика. Такое покрытие укладывается быстро, служит долго, а его структура позволяет прятать внутрь городские коммуникации. Нынешние владельцы асфальтоукладочных контор сразу пригорюнились. На ямочный ремонт скоро можно будет не рассчитывать. Власти Московской области решили коренным образом изменить ситуацию на трассах региона. Аварийность нужно снижать, а собираемость штрафов повышать. Нет ничего проще, чем увеличить количество камер видео и фотофиксации. Уже совсем скоро на дорогах Подмосковья заработают 850 стационарных и 150 мобильных комплексов. В этом отношении область стремится догнать Москву, где камер уже сильно больше 1000. Кроме того, у нас есть аж 305 муляжей, которые от настоящих отличить невозможно. Они установлены в профилактических целях. А где они установлены — государственная тайна. Смысл скрывать и правда есть. Узнают люди, где они стоят. Тут же об этом станет известно Яндекс.Картам и гоняй сколько хочешь. Почти половина камер подключена к новой системе «Питстоп». Это когда инспектор ДПС видит нарушение на планшете и пускается в погоню. Но она пока не начала функционировать. Выдыхаем. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».